Он объектив найдет, детали соберет, и будем мы править великий народ. Племя! Я почти собрал священную вселенскую камеру. Надеюсь, это никто не трогал. Мы много лет собираем детали вселенской священной камеры, чтобы стать самым известным видеоплеменем. Мы воевали за тушку, проливали кровь за флешку. Осталось только найти вселенский священный объектив. И тогда мы станем повелителями вселенной! Алиса, найди нам священный объектив. Вот что мне удалось найти. Священный объектив находится на широте 55 и долготе 38. Проще можно? В северном лесу! Выпускайте железных птиц! Говори, где объектив? Я не пойму, что вы от меня хотите. Алиса, переведи. Горите в аду. Я такого не говорил. Горите в аду. Я не говорил такого. Да. Нет. В пыточную его. Железный Алекс настолько железный, что перед его пытками еще никто не устоял. Однажды он поймал оленя и пытал его неделю. И олень не выдержал и рассказал, где второй олень. В итоге мы съели двух оленей. Методы у него необычные, конечно, жестокие. Хочу в туалет. Сначала я тебя допытаю. Ну, я тоже ему иногда, конечно, помогаю. Мы так оленя раскололи. Я хочу в туалет. Сначала допытай меня. Ну ладно. Алло, алло, нет, мы не снимаем жертвоприносительные мероприятия в данный лунный цикл. Перезвони через 3 лунных цикла. У меня есть идея. Выпускаем чудовище! Наконец-то! Стоп, только нет! Только не это! Нет! Чё-то вообще никак. Тогда вождь подумал, что силой его не взять. Но можно взять хитростью. И вызвался один доброволец, которому было суждено разведать всю тайну и выяснить, где скрывается священный объектив. Вот этот, да, вызвался, который на меня похож. Да у него ничего не получится.
Знаете почему? Потому что если бы меня пустили, у меня бы ничего не получилось. Почему у него тогда получится, если бы у меня не получилось? Видите, какая штука получается? Очень сложно все. Ты спас меня, друг. Я могу тебе доверять. Я расскажу, где находится священный объектив. Мы объектив нашли, детали сберегли. Вселенская сила у нас ведь в крови. Мы отправим всем голубей с известием, что скоро мы станем самым известным видеоплеменем. Ты разузнал информацию? Объектив принес? У него есть объектив? Это что, уравнение? Да, тут все просто. Он и есть объектив. Что вы делаете? Что вы делаете? Да как вы? Да отпустите! Пусть я все скажу! Как же вы задрали! Хотите объектив? Шакшука! Племя, наконец-то! Ну и приснится же такое! Не, ну нормально. Он спит все это время, а я тут интервью какие-то должен давать.